Это у нас первая гора. Глиняная была, копали. Сейчас отсюда берут глину. Основное на дорогу ушло. Меняли два бульдозера и маленький пруд сделали. Это первое, что при восстановлении поселка было. Тогда еще ни барабашей тут не было никого. Сейчас все берут отсюда глину, куда-то нужно подсыпать им. Вот так. Вот это вот Иосифов домик, который пришлось оставить ему, перепродать. А это первый домик, самана, батюшка в нем жил. Первая зима в нем была. Вот сегодня я выдал случайно. Ехал, аппарат с собой был. Хорошо, барабаши и пылинки. Посыпил, повезли. Все годится здесь. Когда копали пруд этот, начинали вручную, лопатами глину брали. И приехал из Америки Орлов Никита Феоктистович, ныне он митрополит РПЦЗ. Вот, пришел, помощь это оказал, после кирки прислали, не трактор, кирки. Но тоже это все помощь. Вот так. Это у нас тут, вот даже сказать, говорит, как все... Деревень-то 21 тысяча уничтожена. А почему никто не берется за это дело? Восстанавливать-то. Так 10 тысяч на ладан дышат. Восстанавливают. Восстановители. А там вдали видно комбайны, барабаша. Ничего этого не было у нас. А землю надо было взять, нанимать. А вот здесь вот рядом ветла росла. Ветла. Мы ее огородили, назвали как бы под дубом мамрийским. Подобие. Ресеткой загородили вокруг. Женщины идут в обед доить коров, сюда ребятишек, им выйти оттуда нельзя. Песок тут насыпали, играли. Видите, все как. Она развесистая такая. И дети по ней всегда лазили вокруг. А тут, когда конфликт возник, вот рядом Глушков живет Игорь, дети бегают без платков. Это нельзя у нас по уставу. Что делать? Милиция приезжала, разбирались. Ну, как-то надо выходить из положения. Как? На своей территории дома ты можешь быть без платка и без пояса ребятишки. Она их все это распоясала. Жена, это от нее пошло все. Муж-то так дал какой-то повод к тому, чтобы бунт был в семье. Она потом в Корчину переселилась. Замечательная огородница такая. Ну, просто красавица. Жена и девчонки такие хорошие. А вот сатана вклинился здесь. Мы тогда, то есть я приехал к батюшке и говорю, а давайте эту территорию загородим так, чтобы она касалась их забора Глушковых, как это бы их территория. А уедут тогда, мы обратно разгородим. И тогда они пусть тут играют, они все равно без платков, все останавливаются, им замечания делают. Девчонки учатся оговариваться, ну то есть развал. И мы не можем попустить, это устав у нас записано. И что? Ничего. Старосту пошел, поговорил с батюшкой, и так и сделал. Там и загородили. Загородили. Это их территория. Теперь они тут как были, без платков, без пояса, чтобы дети могли играть, и в то же время устав бы не был нарушен. Ну а тут-то как в Мавриске, тогда ну, ветки нижние спирили, столб поставили. Тут я даже, сейчас я не знаю, добротолюбие, кажется, я сижу под этим. Ведро поставили воды, когда люди проезжали, интересовались Потеряевкой. Ведро воды, писание положили, Новый Завет, семечек, пищу, воды, ведро. Ну то есть, ну как-то привлечь людей, задуматься, почему села не восстанавливаются. А то надо было все думать. Ну и дальше, а дальше еще постепенно разрослось, уж в этом нужды не стало иметь. А вон самый большой вредный тополь, как говорим, кто-то бы помог его свалить. Он прямо против дома и может повредить его, если упадет. Дождик пошел, я выхожу. Вот видите, как делает. Если чуть подпортил нашу трассу, человек сам выправляет, его искать не надо.
Ну все, почти не видать. Что я не заметил. Да, давай. Молодец, веселый. Барабаш Игорь Александрович. Фермер, староста деревни. Жена роль завуча выполняет. Ну, тут трактор такой, на вывороте, и вот он. Готовит комбайн, убирать ячмень, теренчик. А Еремия учится в городе. Кажется, в городе. А это глину возит. Сейчас я посмотрю, куда, еще сам не знаю. Вот в прошлое воскресенье, вот эти вот, ну, два считается кузова отходов от гороха продал одному гусятнику. Он с гусями возится. Мы взяли у него интервью. Хороший мужик тоже. Собак держит и гонщик, гусей. И говорит, что все идет как надо. Это мы пруд копали, пруд. Ну, в деревне не было техники. Мы вручную лопатами-носилками глину носили, пруд этот начинали копать. Ну, Кочина там тоже пруд какой-то делает. Почти вплотную прошел, надо же так. Пожалуйста, молиться. Православный храм. 13 сегодня сентября, 16 через 3 дня. Будет здесь престольный праздник священномученика Анфима Никомидийского, архиепископа, царствующего града тогда Никомидии. 32 тысячи приход был у него, и все взошли на небо. На небо. А как? Сожгли, никто не отступился. Смотрите, как тут. Тут лишний живот помешает. Не вывалит трактор. Телега слабая. Надо руками. Ну, тракторенок. Это все Игорева техника. Склад 502 квадратных метра. У Шойгу квартира больше. Хотели одновременно ударить, но не получилось. Вот это в институте не учат. Здесь годится лопата. А как, где, в каком месте? Это уже дальше дело покажет. Потому оно и дорого, что своими руками. Раньше крестьянин так и жил. О пенсиях понятия не имели. Социальной заботы правительства не было. Копи.
попробуем. Яма на земле неровная, так выравнивается. Подошла кошка там, не поймет, что шабарщит. А храм половина, половина школа. Держись. Как техника. Тут, видимо, растаскивать будет. Когда мы пруд копали, разве думали, что та глина это сгодится? Такая куча была. Там трассу проложили, дорогу. И здесь на дорогу. Кто-то однажды выплеснул из тазика, а там попали семечки. Видимо, не дощелкал, тыквенные. Докопутало к осени всю гору эту глиняную. Земля очень плодородная. А там поставили колокол на случай тревоги. Два столбушка я поставил. И выросли два дерева, огромные деревья. И их корни там. На горе. Все умеет делать. И сын такой же, и маленький этот. Еремия с 12 лет любую технику тяжелую водит и такую. 12 лет, а в городе еще он только баловаться научится. Ему обещают мир, а мира нет.
Это он подъезд делает. Сушилку. Это сушилка. 2 тонны в час. Это я иду к своему велику. Вот он, технику уже ставит на место. Все. Можно подождать, что он будет делать. Тележку. Терентий. Вот имена какие. Терентий. Второй сын Иеремия. Вот у нас у Алёши 3 уже мальчика. Варлаам, Назарий и Евтихий. Евтихий — это не Иван Тимофеевич. Назовут, что Ваня, чтобы легко было. А это именно вот так вера по дате рождения. Святые, если в честь этих святых. Посмотрим, что он делает. Это его дом. Все у него в доме. Барабаша. Какие антенны. Антенны какие огромные. Это телефон. Скорченность. Через скорченность соединяет. Международная тут специальная. То есть снимает шланг, это давление. Все, залазит в кабину. Тут вот тополя были большие, закрывали дорогу. Видишь, дорогу как сделали? Щебнем. Я показать маленько дорогу. Здесь. Все, тополя желтеют, березы желтеют. Осина сейчас вспыхнет красным. Вот так подъезжает человек по Теряевке. Надпись. Видите как? Это очень необычно. Все это Леша, говорит, сделал. Заказал, видно, так красиво. Это бывший клуб. Кресты тогда, когда выкладывали, кто мог думать? Вот теперь там бы грузите. Пожалуйста.
Вот я ему показал яму здесь. Ему там не видно, надо показать будет, вон там большая яма. Вон. Привезет, да? Чтобы видел. Здесь, знаешь, как хорошо сделал, сыпанул. Ямы были. Молодец. За глиной больше не поедете? Нет. Помоги, Господи.